Торпедо Белас. Четвертый. Алексей Ликчилин. Неман. Седьмой. Он капитан сегодня в нашей молодежке. Минский динамовец Артем Быков. Удар из-за пределов штрафной площади. Бьет Давид Акоп. Белорусов в запасе. Володько. Попытка в центр перевести игру. Нет. Ничего не приносит. И острейший момент возникает в штрафной площади. Встречает справа подключение Шрамченко. Перед Антоном один защитник. Нет. Там кто-то все-таки на подстраху пел. Давид Акопян. Сазан. Перемещается, скажу так. Ликчилин. Клопоцкий. Немана. Результативно играл во всех наших юношеских сборных. Акопян. Вот тут Сазанович было на всех парах. Ликчилин. Похвально. Желание сыграть первым касанием там, да, партнер-то по правой бровке набирал обороты, подключался. И вновь отмечаем, как быстро доставляют мяч, переводят игру к нашей штрафной гости. Селява. Ну вот сейчас уже наш игрок решительно и смело действует. Александр. Мяч вновь потерян. Не правда ли мяч по перекладине? Да, пока и в действиях напряжения, и с точки зрения выигранных единоборств. Фурный нападающий. Ковалев нет, не дает дальше Юрию в штрафную перевести игру Марикян. Мурадян. Решил капитан инициативу взять на себя, но сказал, что никак не должны расхолодить его подопечных. Цифры на табло в стадионе в Тулузе. 6-0 в минувший четверг. Наставник нашей молодой. И вновь кажется, ну сделай шаг. Мурадян. А Мурадян всех опередил. Смотрим, как тут с разрывами в линиях. Еще один для нас. Намек, штрих, как с функциональной подготовкой на фише матча. Четыре игрока бегут в эту контратаку у гостей. Быков, Сигневич. Айвазян тут один на нашей половине поля и Аксайди. Ну что, ждем выхода к кромке поля с электронным табло резервного арбитра Олси Соколи. Последние минуты, десятки секунд матча. И вратарь уже даже ошибается. Летит мяч ему за шиворот. Сигневич. Там Корзун, да, встречался с мячом. Клопоцкий.